Одно из последних моих приобретений это сумка Тони Пироти. Зашла в магазин Мистер Воллет, увидела и не смогла отказать себе в таком удовольствии. Сумка шикарнейшая. Черный цвет, аромат кожи пленит. Итак, что же внутри этой волшебной сумки? Первый отсек на магнитике. Кстати, вместе с сумкой идет еще чехол. На магнитике этот карманчик. Второй отсек для документов. Вместе с всевозможными карманчиками для карточек, для ручек, для паспорта, может быть, водительских прав. Положить массу всего можно. Следующий отдел для ноутбука. Также к этой сумке идет такой ремень на плечо. Есть отсек на липучке. Липучка снаружи, липучка внутри. Карманчик для волшебного ключика. Вот такая вот сумка Тони Пироти. Можно ее показать еще с вот этой стороны. Есть еще вот такие ножки. То есть ее можно ставить на пол. Пользуюсь и наслаждаюсь.